Всем привет! Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас понедельник, день тяжелый, а может быть и нет. Я выдвигаюсь на работу, не одна, со мной дочь. Мы едем, как я вам уже говорила, на мини-шоппинг. Прикупим ей летних вещичек, а потом я отправлю домой. Но в школу она, скорее всего, сегодня не пойдет, потому что она у меня что-то приболела. Температура небольшая, ну вот... Сказала, что завещаем поедем. 37 температура. Вот, не знаю, на свой страх и риск с собой взяла ее. Там, в принципе, доедем до магазина. В одном магазине померим, я ее отправлю домой. Если будет нормально, конечно, в школу пойдет. Но еще ее подташнивает. Может, ротавирус какой-то. Не знаю. Ну и насморк. Вот. А я отправлюсь на работу потом. Ой, девочки, я вчера так напололась в своем огородике, что у меня на правой руке ногти болят. Уже, во-первых, они отросли, покрытие уже 3 недели, 4-я пошла, его пора менять. И вот если времени у меня хватит, я, возможно, хотя бы одну руку переделаю, потому что времени сегодня маловато будет. Одну сегодня, одну завтра. И сделаю себе маникюр огородника. Короткий черный. Ну, не черный, темный, наверное. Но это не точно. Хотя они у меня в порядке, в плане, я в перчатках работаю. Но длина уже все для меня. И прям вот на правой ручке болят, ногти прям болят. Ужас. Так что вот так. Вот, в город приедем, потом вам расскажу, что по плану сегодня. У меня 6-дневная рабочая неделя началась. Сегодня. Вот, все, мы бежим на остановку. В городе к вам вернемся. Мы добрались до магазина, набрали вещичку на примерку. Будем мерить, да, дочь? Пока дочь меряет, я тут в зеркало покрасуюсь, у меня на голове вообще черт ногу сломит. Я сегодня в своих любимых джинсах, клёшах, в новых кроссовочках. Во всем тоже новеньком, уже не новеньком, но все равно прикольно. Люблю новые вещи. Вот, так что сейчас мы примерим вещички, еще в один магазин зайдем, там купим тапки прикольные. А я тоже их уже Лере показывала. И пойдем в кузину попьем кофеек. Первый лук топ, она любительница топов, у меня и шортики джинсовые. Девчонки, мы что-то начали мерить, я вам ничего не засняла. Мы берем вот эту футболку. Берем вот такую футболку, берем желтые штанишки спортивные, берем топ и берем вот эти джинсовые шортики черные. Все вместе всего вышло 3000, я посчитала. Нормально. И идем за тапками и пить чай. Что, дочь, довольная? Да. Целый пакет покажи. Пакет вещей, тапки взяли. Потом покажем. Мы пошли на 3-й этаж на фудкорт в кузину. Пожалуйста. Теперь мелкую надо одеть. Ну, у мелкой все проще, у нее вещи есть какие-то. Так, кое-что новенькое подкупить. У нас же от сестры остаются вещи. От старшей сестры, от двоюродной сестры. От двоюродной сестры, от Леры достается много вещей. У нас даже для Николь есть такие вещи, которые Лера еще носила, которые в хорошем состоянии. Вот, поедем посидим чуть-чуть, потому что автобус через час только. И отправлю ее домой. Сама на работу. У мамы водичка, у дочери какао и булка, чтобы выздоровела быстрее. Сейчас домой я буду отправлять. Надевай. Примеряем кепки. Так, ну что, я посадила дочку на автобус и выдвинулась на работу. Новый круг. Находили уже сегодня их. Сняла я, в общем, рубашку, потому что очень жарко. У нас солнышко, сейчас скажу, 22 градуса, время 12. Ой, видите, с утречка быстро все дела сделали. Вроде ей ничего, нормально, но это действие таблетки, потому что мы все равно выпили ибупрофен. Утром у нее была температура, я так похвастала, выпили таблетку, полегчало. Поехала домой отлеживаться.
Вот. У нас просто жара, ей носить вообще нечего. Ну, как, пока она болеет, ей не надо вещи. Но у меня потом битком дни. Мне прям будет некогда, поэтому сегодня было принято решение все-таки ехать. Вот. Сегодня по плану 3 клиента. Педикюр и 2 маникюра. На педикюр придет новая клиентка. Я новых не беру, но позвонила моя клиентка и спросила, сказала, что коллеге очень нужен педикюр, и могу ли я ее взять. Но это было еще на прошлой неделе. Вот, ну и я предложила. У меня было время на сегодня, на тот момент. И я ее записала. Вот. Вчера подтвердила. Господи, ветер. Вот, она придет. Ну и потом 2 маникюра с покрытием. Это мои клиентки. Вот. Значит, по плану сегодня такой лайтовый, я считаю, день. 3 клиента — это уже лайт. Завтра 4, по-моему. В среду 4. Четверг, пятница. Там тоже по 4. В субботу 2, по-моему, так. Вот, поэтому шестидневочка, я вышла на шестидневочку. Поступила за ночь столько комментариев приятных, хвалебных. За нашу веранду. За мое трудолюбие, что я там как пчел, который жусь. Отработала еще и на дачу, поехала. На самом деле, усталость пришла, когда мы домой поехали. Приехали вчера уже. На энтузиазме все это хотелось сделать. Муж, конечно, вообще молодец. Он в пятницу еще уехал, трудился, чтобы быстрее все доделать, чтобы у нас уже более комфортно было. Вот, поэтому нам веранда эта очень нужна. Мы ее хотим, ну, как бы там еще облагораживать ее. Дел много. Вот, ваша поддержка — это просто, не знаю, это что-то. Я как утром прочитала, так приятно. Спасибо большое, девочки, за теплые слова. Это очень приятно, это мотивирует снимать. Снимать дальше, снимать больше. Вот. Вчера на даче я там булки поджирала, слушайте, ну, сегодня все. Сегодня даже вот дочку покормила, она очень любит булочки из кузин. Сама ни-ни. Вот так, я по этой стороне иду. Я сейчас иду все-таки в тот магазин за педикюрными файлами. Потому что мне они нужны, да? Педикюрчик у меня сегодня. И завтра, по-моему. Да, сейчас у меня каждый день педикюры. Много педикюров, поэтому вот по 4 клиента и работаю. Так, что еще хотела сказать? Ой. Жара, жара. Уже охота купаться. Ну и, собственно, вчера я вообще всегда летом с собой беру солнцезащитный крем. Но так как мы в прошлом году осенью летали в Сочи, я его с дачи забрала с собой. И увезти на дачу не успела. Забыла. Вот. И поэтому у меня подгорели руки. Я была в футболке вот в такой. У меня руки подгорели. И мое лицо. И я чувствую, что косметолог моя будет меня ругать. Лобик, он мне не подгорел, а подзагорел. Вообще, я каждый день наношу SPF на лицо. Но тут я умылась в субботу, в воскресенье встала, и у меня с собой не было SPF. Я вообще всегда с собой беру. Я не знаю, но это первая поездка с ночевой на дачу, она вот такая. Я причем взяла с собой крем для рук, увезла туда. Крем для лица, паста, зубные щетки, все. А вот SPF что-то у меня вообще из головы вылетел. Ну, видите, к жаре еще не привыкли, она у нас только-только наступила. Ну и прогноз у нас там жаришка. В ближайшем будущем похолодание. Я надеюсь, все, лето наступило. Так что лобик у меня поджарился. Но он у меня не сгорел, а загорел, наверное, так. Ну, видно, что. Ну, Ира-то моя, она сразу все увидит. Я к ней 24-го иду, сегодня 23-го. Ох, завтра к ней иду. Наконец-то. Единственная, девчонки, я не знаю. Ту процедуру я пропустила, и, соответственно, вот 24-го будет первая процедура. Надо их 4 сделать. И надо мне их успеть сделать до
Алтая. До Алтая остается чуть больше месяца. А я не знала, как я к ней буду попадать, потому что у меня же запись. Ну, у меня июнь, в начале июня нормально. Сделаю. В июне там более-менее лайтово. Просто сейчас май такой, что ломанулись все на педикюры, соответственно. Очень загружено. Я надеюсь, что в июне попроще будет. Полегче. Вот, и все. Я буду идти. Не буду вас сильно загружать болтовней своей. У меня есть пара покупок в рюкзачке. Я вам все в офисе покажу. Надо мне еще зайти купить еды. И потому что после педикюра. Ну и походу я не успею себе маникюр переделать, хотя уже ужасный. И может быть, единственное, я сейчас приду сразу поем, а после педикюра сделаю одну руку. У меня там где-то около часа должен быть перерыв, по идее. Ну или хотя бы, знаете, просто сниму и покрою базой. Ну, выравнивание сделаю без цвета, чтобы они крепкие были. Вот. А завтра? Завтра я с 12 работаю, ну вот, может, к 10 приеду и доделаю. Еще вообще педикюр мне надо. У меня и с педикюром уже там все печально отросло. Короче, посмотрим. Может, сегодня педикюр сниму просто, а накрашу. Короче, не, ну рука болит, может, просто длину уберу. Не знаю, ногти прям попали вот. Еще заусенница дурацкий, который я вырвала, он до сих пор у меня болит. Больше не буду выдирать. Стараюсь. Все, буду идти, вернусь из офиса. Я уже зашла в маникюрный магазин, купила файлы, уже иду и подумала о том, что мало купила, почему я взяла одну упаковку, там 10 штук. Я уже возвращаться не буду, я вот сейчас понимаю, что я ступила, взяла 2-3 брать. И когда я хожу в этот магазин, на обратном пути, я прохожу вот этот. Дворец бракосочетания, наш центральный дворец, у него, не знаю, как сейчас, но раньше за полгода очередь была, не пробиться, а может и больше, и вообще туда по блату только попадали, его отреставрировали, он очень красивый, на территории растут хвойные деревья, ну тут, в принципе, очень красиво, вот, и я, когда иду мимо него, загадываю желание. Я это начала практиковать не так давно, может быть, года два. Так. Ой, а что это там тучки какие-то? Не должны были дождик сегодня передавать. Не передавали? Вот, я всегда, когда иду мимо этого дворца, загадываю желание, и оно сбывалось всегда. Поэтому я отключаюсь и загадываю желание, пока я еще мимо не прошла. Так, девчули, добралась я до офиса, до своего. Мокрая вся, как не знаю, как сказать даже. Слушайте, ресниц совсем уже немножко осталось, а прошло 3 недели. Я планировала месяца полтора походить, чтобы потом к Алтаю ближе сделать. Потому что если я сейчас еще через где-то недельку сделаю, через, ну не недельку, недельки две еще с ними прохожу, то потом к Алтаю они вот в таком же состоянии уже будут. А заново делать я вот не люблю вот это долгое снятие. Ой, мозоль натерла. Одела сегодня коротенькие носочки и новыми кроссовками мозоль натерла. Нога взмокла, то что жарище на улице. А все дело в том, что у меня нет летней обуви. Мне нужно либо летнюю обувь, либо клей заклеить. У меня потому что это... прошлогодняя достала, они удобные очень, все, но они расклеились. Ой, ну я обувь дорогую не беру, потому что я люблю ее часто менять и жалко. Ну я это, у меня, мне лучше проще отпускать и выкинуть. Вот, но те летние, они такие удобные, вообще классные, что это от кроссовочки новенькие тоже. А летние удобные, как бы я себе в любом случае еще хочу покупать, но те заклеить надо, клей надо купить. Так, у меня к вам 2 вопроса. Есть. Первый помню, второй не помню.
Ой, первой девочки, мне посоветовать от вас надо... вспомнила второй. Мне нужен совет. Первый совет, расскажите, каким обезжиривателем вы пользуетесь. Может быть, кто-то мне на Валберес артикул или ссылку даст. Я пользовалась всегда Эми обезжиривателем, Евроклинсер. Но, если честно, он стоит 1000, литровый 1000. В принципе, его хватает очень надолго. Но мне очень часто на Валбересе попадаются литровые обезжириватели за там 300 рублей. И я вот думаю, а может быть? Но единственное, хочется взять проверенный, может кто-то пробовал, чтобы там аллергии не вызвал, запах, опять же, чтобы был не сильно стрёмный, резкий. Вот, поэтому, девочки, просьба. Если вы забываете мне что-нибудь писать, вы вот прямо сейчас на паузу ставьте, в комментариях пишите, и потом дальше влог смотрите. И второй вопрос. Мне нужно совет. У меня есть запрос на металлизированную краску. Вот знаете, вот красочка для тонких линий, которая как жидкий металл. У меня никогда такой не было. Я всегда, если что-то клиентам надо, блестками рисовала. Вот у меня нет такой краски. Я зашла на Валберес. И знаете, там очень много предложений. Цены разные. Там есть и за 200, и за 500, и за 1000. Но у них практически у всех одинаковая картинка. Стартовая картинка одинаковая. А когда я захожу в комментариях, вот эта первая картинка одинаковая, начинаешь листать, а там разные уже картинки. То есть как будто они на заставку поставили все одинаковую картинку. Вот с такой, которая прям вот блестящий глянец, такой дает прям жидкий металл. А потом начинаешь листать, и там выкраска на тип своей блестки. А я хочу именно жидкий металл. Вот. И сильно много в отзывах я не видела именно фотографий. Отзывы есть, все как на картинке. А картинки-то разные везде. Вот, поэтому тоже хотела, чтобы вы мне посоветовали. Может быть, да, кто-то работает вот такую красочку. Ну, тоже желательно либо артикул, либо ссылку с Валбереса. Ну, либо, я не знаю, либо посоветуйте, в какой марке такая есть, чтобы мне вот одну ее заказать. Лимит превышен уже. А сейчас покажу, что я забрала с Валбереса. Так, у меня еще есть часики, я, наверное, сейчас покушаю, потом уже буду работать. Так, вот я зашла, купила вот такие педикюрные файлы по 10 штучек на 180 грит я беру. Скидка в этом магазине до часу счастливые, утренние часы называется. И со скидкой 90 рублей всего вышли. Я уже забыла, сколько они стоят. Дальше, забрала с Валберес типсы прозрачные. Заказывала у того же продавца, у кого предыдущие разы. И мне кажется, что они больше. Я хочу сейчас прям сравнить. Вы поняли, да, о чем я? Сама типса, она большая тоже. Вот эта часть, она большая. Сейчас я сравню. Ну да, она больше. Они точно такие же, как я вот купила в магазине за 115 рублей. Только эти я за 91 рубль заказала. Точно такие же. Ладно, дальше, девочки. В Читай-городе купила себе «Гордость и предубеждение». Там акция была за 199 рублей классика. Я давно хотела прочесть эту книгу. Не читала. Смотрела, у нас был фильм, но не смотрела, а слушала. Вот на лето, на дачу, на электричку. Задача есть. Кто читал, кстати, тоже отмечайте. Потом с Валберес забрала вот такие крафт-пакеты. Я обычно беру вот эти, которые с прозрачным окошком. Но я их беру вот на сайте, на Расходник. Они там 185 рублей стоят. Там заказ у них от 1000. Мне ничего сильно там не надо больше. И решила зайти на Валберес. На Валберес они 220 рублей стоят. Ну, короче, дороже. И тут мне за 100, по-моему, вообще 65 рублей попадаются вот такие. Я беру размер 150 на 75. Вот за 100 штук, они, правда, полностью крафтовые, но за 160 рублей вообще пойдет. Вполне себе. Короче, пакетами запаслась. На месяц хватит. Ну, хотя больше у меня, что там еще беленьких немножко осталось.
Но я уже скучаю по своим прозрачным. Просто в следующий раз мне расходники, когда буду заказывать, сделаю заказ побольше. Лето такое активно. А что еще? Фикс прайс. А все, что ли? А что я вам хотела еще показать? Книжку показала. Все. На этом все. Покупки закончились. Файлы показала. Все. А, обед я вам хотела показать. Если вам это интересно, что я ем. Людям интересно, что я ем. Я купила себе салат из свеклы. Люблю. И попросила мне деликатес европейский. Вот колбаска, два кусочка отрезать. У меня есть хлебцы на работе. Цикорий и батончик. Один батончик я, кстати, я купила два. Нельзя мне по два покупать, по три, по пять, я их съедаю. Мне покупать надо по одному, я купила два. Один я съела, пока дочь из кузины ела булочку. У меня была вода с собой, потому что ей плоховато, я с собой водичку брала. Сижу такой, думаю, блин, у меня же есть батончик, дай-ка я съем батончик. Ой, завершить, завершить. Вот, так что вот такие вот дела. Один сожрала, вот еще один. Но я его, наверное, сейчас не буду, я прям его не хочу, потому что... Я вообще кушать сильно не хочу, но я понимаю, что мне надо покушать, потому что я не скоро смогу это сделать. Через час у меня только клиентка, ну и плюс пока я педикюр сделаю, все-таки покушаю. Все, побежала кушать, работы покажу вам, педикюр. Вот педикюр не знаю, девочки, знаете почему? Потому что клиентка новая, первый раз ко мне придет, я пока не знаю. Вдруг ей будет неудобно все-таки. Ноги не каждый хочет. Это кто уже такие свои-свои? Короче, посмотрим. Может быть, сниму, может быть, нет. Но маникюры сниму, покажу. Все, пошла обедать. Я сделала первый педикюр. У меня была новая клиентка. Не снимала, девочки, до-после не снимала, потому что новенькая. Ну, еще как-то я... смущаюсь. Хорошая женщина записалась еще на следующий педикюр сразу. Ее мастер ушла в декрет, поэтому будем делать педикюры ей. Ей все понравилось, она осталась довольна. Мы сделали 164 от Эми. Это самый популярный красный у меня. Он с шиммером золотым. Вот, и у меня есть час 25. Я начну делать себе маникюр, потому что... Или педикюр сделать. Сделаю себе педикюр. Сажусь сделать педикюр новым гель-лаком. А дочь попадает и ко мне на подоконник. И меня все... Нет, мне это все равно, чтобы людей не пугать. Скажет, а у Даша. Вот она, кстати, Елена тоже. Ой, у меня вот на этом пальце не снимай. Короче, давай сейчас подумаем. Либо квадратик подлиннее, я поношу, чтобы был уже не совсем овал. Мы можем длинный. Надо, может, как-то и палец этот закрыть, и хер его знает. Нормально. Блин, крутые. Это сейчас я вот так для Ютуба, а потом еще для Инсты по-другому. Так, чем работала? Фокса Нано Рабер Фокси, подложка, выравнивание, Global Fashion единичка, потом 107 Эми камуфляж в два слоя и мой теперь любимый топ с эффектом. Кто это? Призма и кошачий глаз. У меня уже вот кто за мной приехал на работу, да? Николь и папа. Николь и папа приехал. Все, я отработала, и поэтому я сейчас быстренько собираюсь. Мы едем в Леруа Мерлен. Мы еще успеем. Нам нужно купить пропитку для нашей веранды новой. Мама, поэтому я пошла собираться. Мама. Мы поехали в Леруа Мерлен. Ой, время 8:30 вечера. Мы поперли. А Леруа работает до 10, и сегодня, наверное... лучший день, чтобы это сделать. Так, мы уже примерно знаем, что нам завтра надо. Завтра пойдем. Вот. Поэтому покажу, что купим, но не уверена. Вот так. Сегодня такой.
такой влог получился. Тоже особо не информативный. Но я, честно говоря, немножко подустала. Хоть было и 3 клиента, четвертым клиентом была я. А, кстати, я же вам педикюр снимала. На себе. Я не знаю, что там получилось, но я старалась. И если там все получилось, то я вам вставлю во влог это. И увидите, какой цвет я себе сделала. Те, кто знают, какой мой любимый цвет, догадаются, я думаю. Вот, поэтому я думаю, даже если там не получился сам процесс, то результат я снимала, там я смотрела, точно получился. Вот, поэтому сегодня педикюр вам будет. Вот, нормальный влог, поэтому. Все, мы поехали, и Валероя еще к вам выйду.
там... Дети у меня без конца ругают. Кот, потом там самый красивый, где он сидел. Пойдем, давай маме руку. Клево, что летом темнеет поздно, и вроде допоздна отработала, а все еще светло. И как будто бы еще не поздно. Есть охота уже. Все, мы пошли. Что-нибудь посмотрим. У нас есть часть. Девочки, какое изобилие вот этой пропитки расцветок. Посмотрите, что выбрать. Я в шоке. Ну что-то хочется светленькое или может быть вот такое. Ничего мы не купили. Нет нашего цвета. Тот вариант, который нам по финансам подходит. Поэтому решено было заехать в другой Леруа. Ну, завтра бабка Даша в деле снова взяла какие-то тут семена маленьких корнеплодов. Все, поедем домой. Но вам спасибо, что смотрите меня, пишите комментарии, оставляете сердечки. Увидимся завтра. На сегодня все. До новых видео. Пока-пока.